Добрый день, дорогие друзья. У нас с вами товарищеский матч Локомотива и Краснодара. Начнется он вот-вот. На поле уже появились футболисты Краснодара. Традиционный по регламенту ковида раздельный выход на поле. А вот и наши ребята выходят. Все за капитаном команды Ведраном Чорлоком. Мы уже не раз в шутливой форме, тем не менее, называли матчи с Краснодаром некой суперсерией. Из трех поединков играли... Предыдущие матчи мы с Краснодаром и Краснодаром 2, но там были в большей степени, наверное, номинально вторые составы с акцентом на молодых. Сегодня основы, ну, сильнейшие составы, пожалуй, которые могут на сегодняшний день выставить Локомотив и Краснодар. Понятно, что здесь есть повреждения. По-прежнему у нас отсутствует Антон Миранчук, в частности, и Дмитрий Баринов, Зелуиш и Федор Смолов. И у Краснодара я тоже вижу отсутствие Сафонова и Рамироса. Это то, что сходу бросается в глаза. Но и без отсутствующих футболистов на поле тоже сплошь и сплошь собраны лидеры своих команд. Давайте мы традиционно начнем с состава московского Локомотива. Ворота Гильермо, номер первый. В обороне справа налево Рыбчинский, 94-й. Чорлока, 14-й. Пабло, 3-й. Рыбусь, 31-й. Мухин, 76-й, Крыховик, 7-й, Игнатьев, 20-й, Рифат Джамалетдинов, 17-й, 25-й, Каману и 88-й, Рисакович. Они составляют связку форвардов, главный тренер команды Марко Николич. Что касается Краснодара, ворота Городов, номер 1, я уже говорил, что Сафонов отсутствует. В защите справа налево Смольников, 28-й, Мартынович, 4-й, Кайо, 31-й, Чернов, 18-й, в центре поля Вилена, 52-й, Ольсен, 14-й. Чуть выше Классен, 16-й, Кобыля, 7-й, левее Вандерсен, 10-й. И на острие Маркус Берг, 33-й номер, главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. И раз уж у нас действительно по-настоящему яркая сегодня вывеска, и составы полностью и целиком соответствуют, у нас в протоколах даже именно арбитров появились. Главный судья Васкес Эрера Эдуардо, помогает ему Матео Рамос Хавьер, Васкес Эрера Серхио. Ваш комментатор Кирилл Брейда. И вообще интересно, что сегодня сразу несколько трансляций на матч-премьере, и также у Краснодара, и с тремя разными комментаторами. Есть и Нобеля Русламена, Дмитрий Шнякин. Такой вот повышенный интерес к товарищескому матчу. Что касается состава, повторюсь, по-прежнему отсутствует Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. Дима, как вы знаете, восстанавливается от травмы крестообразных связок, и он уже целиком полностью тренируется в общей группе, но все равно пропущено было слишком много, и здесь ни к чему форсировать. Как только полностью появится уверенность в каждом шаге, в каждом ударе, то, соответственно, Дима сразу на поле выйдет. Похожая ситуация у Антона Миранчука. Медицинский штаб отказывается называть это какой-то травмой. Нет, определенные, повторюсь, реакции организма, болевые ощущения. Сейчас Антон также тренируется вместе со всеми, проводит дополнительные необходимые занятия с физиотерапевтами. В самое ближайшее время должно быть все в порядке, и мы должны его увидеть на поле. Что касается Федора Смолова и Зелуиша, то тоже готов поделиться хорошими новостями. И у одного, и у другого действительно как-то так, ну, не хочется сглазить, но с опережения графика идет восстановление. Напомню, что у Федора было мышечное повреждение, что касается Зелуиша, это пятая плюсневая кость. Там перелом не самый сложный, да, мы помним, как в свое время мучился долго тот же Антон Миранчук из Луиши. Что касается места, то там непосредственно расположение в косточке вот этого перелома, то все свидетельствует о том, что процесс идет куда-куда быстрее, и в ближайшее время мы тоже должны увидеть их в общей группе. Уже ребята работают на поле, но не в общей группе, это все-таки разные понятия. Угловой. Тем временем мы зарабатываем. Подача. Что здесь Пабло оказывается на газоне. Еще одна подача. Удар и гол. И 1-0 выходит вперед Локомотив. Рифат Джамалетдинов забил уже на 3-й минуте матча. Атака вторым темпом. Подобрали мяч. Еще раз навесили. Рифат очень здорово пробил. Казалось бы, что в штрафной куда больше опасности стоит ждать от того же Чорлоки и Пабло, но посмотрите, как здорово было сыграно. Здесь молодец Лисакович, как всегда, до конца. Подача Камано, и Рифат забивает. Ну и отмечаем также действие Франсуа Камано. Очень здорово, в касание навесил на голову Рифату.
мощная подача, и не просто подставил гол Рифат, и так прям направил мяч в ворота. Молодец Рифат, во второй встрече к ряду забивает он. Мы отмечали его работоспособность на этих сборах, отмечали, что не всегда это влечет действительно классную реализацию, но во второй матч к ряду он забивает хорошие такие породистые мячи. И Комано вновь голевая передача. Напомним, в прошлом, когда играл Комано, да, понятно, что у нас здесь связки игр, и прошлая встреча — это Локомотив Краснодар 2, когда забивали другие ребята, тот же Агеев и Эдер, но вот в прошлой встрече, когда именно играла вот эта связка, Рифата и Комано, тогда и один, и второй и забивали, и отдавали. И вновь у них голевые действия. Хорошее начало матча, и вновь Локомотив с мячом в попытках начать новую атаку, отмечаем в свою очередь и прессинг Краснодара. Гильерме. Пабло. Пара Чёрлока Мурило по-настоящему классно играла в первой половине сезона. Но давайте об этом чуть позже, потому что очень хороший выход по центру и возможность дать ширину через Дмитрия Рыбчинского, подключающегося. Дальше в штрафную. Жемалединов и зарабатывает Рифат еще один угловой. Предыдущий закончился взятием ворот. Ну, не с первой подачи, так со второй. В принципе, это тоже все можно приписать к удачно исполненному стандартному положению. Итак, Франсуа Комано у мяча. Не удалось толком здесь поднять мяч. Вряд ли захотел сыграть через Лисаковича, ударив такой силой по мячу. Не самая удачная реализация стандарта, но предыдущий позволяет парочку и запороть. Ну, это я так, конечно, с болической стороны рассуждаю. Понятно, что тренерский штаб, отрабатывая столько стандартных положений, хочет, чтобы каждое исполнение подачи в итоге влекло за собой логичное завершение, удар поворотом. Мухин вступает в отбор. Тем не менее, Краснодар сохраняет мяч. Очень здорово сыграли в касании. И здесь отличную технику продемонстрировал Вандерсон. Прострел. И Гильермо мяч забирает. Так вот, Чёрлок и Мурило действительно отличная связка. Мурило и вовсе рекордсмен Локомотива по количеству минут в первой части сезона. И в прошлых матчах мы видели Паблу и в паре с Лысцовым. И основной связкой так, продолжала восприниматься линия обороны с Чёрлокой и Мурило по центру. Но на то это товарищеский матч, на то и сборы, чтобы пробовать. То есть я здесь не готов ни в коем случае делать выводы какие-то о том, что какой-то центральный защитник проявляет себя лучше, какой-то хуже. Нет, но пробовать, безусловно, нужно. Это сегодня, видимо, по составу тренерский штаб и делает. Тем более, что то, что Пабло очень здорово играл в предыдущей встрече с Краснодаром, это мы сразу отметили. Отметили мы яркие действия Лисаковича.